Привет всем! Сегодня 26 мая. Я собрался пройти регистрацию на забег длиной 5 километров, который организован предприятием Фосагро и сетью магазинов Интерспорт в честь Дня Химика. Это ежегодный забег. В прошлом году он тоже объявление мне на глаза не попалось, я не знал, как зарегистрироваться. В этом году я работаю на БМУ, объявление там увидел, ну и решил стать участником этого забега. Для чего? Просто испытать свои возможности. Так, спортом занимаюсь немного. Два раза максимум в неделю бегаю по 1,5 километра. Здесь 5 километров, я не знаю. Ну, должен выдержать, дойти до финиша. Последний раз я бегал длинные дистанции лет 27 назад, когда занимался спортом. Ну, да, сегодня 26 мая, день мероприятия такой, в 11 часов у нас будет забег, 5 километров, там кроме взрослых еще участвуют и дети до 10 лет, из 10 до 14 лет. А первые призовые места у взрослых от 6 до 2 тысяч, первые 3 места, у детей от 4, по-моему, да, тоже до 2, или от 5 до 2. Это, да, сертификаты для покупки магазина Интерспорт. И вечером в Балаково будет концерт. Приезжают такие группы, как Иванушки Интернешнл, солистская группа Винтаж и еще какие-то. Ну, я не помню. Но я постараюсь также поснимать все это видео и сделать видеоролик, который выложу, надеюсь, завтра. Время где-то 8 часов. Пойду регистрироваться. Ну, баскетбол будем играть здесь. К концерту готовится. Вон моя, по-моему, моя палатка, где я должен получить номер. Получил номер для участия в забеге на 5 километров. Ну, мой номер 1406. Надеюсь, что я не последним приду. Через 15 минут будет забег. Круговое движение. Разминка. Два. Ну, пойду присоединю. Четыре. Я смотрю, профессиональный спортсмен. Два. Три, четыре, главное не победить, главное участие. Три, четыре, раз, два, три, четыре. Готовы? На старт! Друзья, напомню, сейчас у нас идет забег на 5000 метров. Все, пойдем. 22 секунды у нас финиширует следующий спортсмен. Вот бежит, старается. Молодой очень бегун. Друзья, встречаем его аплодисментами. Номер 12:40, 17:33. Замечательно время показывают спортсмены, друзья. Я думал, что они, ну, 5000 метров, ну сколько я бежал бы? Я бежал бы день. Первая спортсменка, друзья, первая девушка. Есть, есть. Время 17:47 или 17:46. Организаторы точно время скажут потом, чуть позже. Почему так тихо, друзья? Встречаем каждого спортсмена, они все достойны. Финишируют спортсмены один за одним. Вот они, выстраиваются. Целая линия самых сильных, самых стойких, самых выносливых. Давай, не избавляй обороты. Финиш еще не пришел. Вот он. Вот теперь отдыхает. Посмотрите, как они уверенно бегут. Мне кажется, еще 5000 метров или еще 20000 метров их вообще не остановить. Остановите их там, ловите. Они могут убежать куда-нибудь с Истры, мне кажется. Что им 5000 метров? Посмотрите. Вот такие люди живут в городе Балаково. Спортивные, выносливые. Не страшатся ни погоды. Вот он ускорение. Чуть-чуть. Финиш. Спортсменов вызывает. Финиш сейчас унесет, а нас не унесет, друзья. Будем продолжать бежать. Итак, тем временем у нас... 19 минут, парни, нужно успеть, поддержите. 19 минут, успели, 19 минут уложиться. Не сбавляет оборотов, у нас сегодня действительно настоящий спортивный праздник. Праздник красоты, спорта и здоровья.
Санкт-Петербурге. Евро, горел дистанции 5000 метров, 2600 метров. Можно бежать еще и еще. Вместе с Интерспорт. Давайте поаплодируем друг другу, то, что мы преодолели дистанцию. Несмотря на погоду, доказали сегодня в День химика то, что мы самые спортивные и самые здоровые. И в самом начале я хотел бы предоставить слово руководителю АО Патитблатовского филиала ФосАгро Грибкову Алексею Борисовичу. Под ваши аплодисменты. Я благодарю всех за столь активное участие в нашем общем празднике. Нам очень приятно, что вот 3 года назад мы начали так праздновать свой День химика. Город откликнулся, и с каждым годом наши ряды растут. В этом году уже почти 1600 участников подтвердили, что город Балаково по праву город спортивный. Действительно, сегодня, несмотря на погодные условия, хорошие, отличные, много было детей. Еще раз всех с праздником, со спортивным праздником, который действительно сегодня мы сделали сами для себя. Ну а впереди у нас много интересного. Я думаю, что будет много сюрпризов, поэтому приходите вечером. Ну а сейчас переходим к самой приятной процедуре награждения. Еще раз всех с праздником, всем химика! Спасибо, Алексей Борисович. Ну что ж, друзья, мы начинаем с самой замечательной награды за особое достижение Кубок Корпорации. За самую многочисленную команду. Прямо сейчас мы приглашаем команду АО «Апатит». Подошли бурные аплодисменты. Всю команду встречаем прямо здесь. Блатовский филиал ФосАгро. И эта команда, друзья, на протяжении 3 лет, уже 3-й раз, становится самой многочисленной, самой спортивной. Они приходят одними из самых первых. 350 человек, аплодисменты, друзья. Балаковский филиал ФосАгро АО «Апатит» забирает сегодня Кубок Корпорации. Как всегда, достойные результаты, и действительно, они заслужили этот кубок уже 3-й год подряд. Аплодисменты, друзья, громче. 350 человек сегодня участвовали в забеге 5000 метров с Интерспорт. Мы начинаем с категории девочки 1,6 километров. Итак, 3-е место заняла представительница города Балаково Щепеткова Надежда. Тоже могли бы занять место. Если бы в забеге участвовали, первое место бы тоже получили бы. Итак, категория девочки 1,6 километров. 2-е место заняла представительница города Балаково Вячина Есения. Ну и в категории девочки 1,6 километров победителем этого забега становится представительница, наши гости из города Самара, Савельева Яна! Ура!
Друзья, давайте поаплодируем всем девчонкам. Все молодцы, действительно показали замечательные результаты. Очень приятно, то, что к нам в город Балаково приезжали. Итак, в категории мальчики 1,6 километров. Второе место занял представитель города Балаково Александр Крикунов. Встречаем. Ну и, конечно же, первое место в категории мальчики 1,6 километров. Победителем стал представитель города Балаково Дмитрий Скороходов. Фамилия говорящая, друзья, Скороходов. Он еще и быстро бегал. Давайте поаплодируем парням. Вот такие молодые спортсмены живут в городе Балаково. Показывают. В категории девушки 1,6 километров. Второе место заняла представительница города Балаково Костенко Валерия. Ну и победителем в категории девушки 1,6 километров стала также наша гостья, представительница города Марц Головонова Маргарита. Ваши аплодисменты, друзья. Это очень приятно, то, что к нам в город Балаково приезжает. Ну что же, друзья, в категории юноши 1,6 километров победителем становится представитель города Балаково Чирик Кирилл. Фото на память, конечно, друзья. Второе место в категории мужчин дистанции 5 километров занял также представитель города Саратов Скрипников Борис. Аплодисменты, Борис. Ну и победителем в категории мужчин 5000 метров Центерспорт Саратов. Первое место занимает представитель города Саратов Турков Артем. Артем показал самый достойный, лучший результат среди мужчин. Давайте поаплодируем нашим гостям из Саратова. Спасибо большое, то, что они приехали и приняли такое активное участие. Потому что мы не успели спросить имя и фамилию. Так, 12.09. Она здесь? Вы? Как вас зовут? Фамилия ваша? Скрипникова Екатерина. Друзья, аплодисменты ей, 12.09. Мы обязательно подпишем грамоту по фамилии имени. Вот такая спортивная семья. Давайте ей поаплодируем. Так, вы прям под шумок на второе место это залезли. Такое бывает, друзья, когда более 1600 участников. Итак, второе место в категории женщины 5 километров заняла представительница города Войск Дарья Починенкова. Встречаем! Шла к этому первому месту, у нее не получалось, немножко не хватало. Ну вот, в этом году она вырвала победу. Это представительница нашего города, города Балаково. Николенко Василиса! Да, друзья! Такая молодая спортсменка, которая вырвала свою победу и заняла первое место. Аплодисменты девушкам, друзья, они достойны самых бодрых аплодисментов. Сегодня они показали достойный результат. И несмотря на то, что девушек, женщин считают слабым полом, они показали то, что они могут, они умеют, и они обогнали очень-очень многих представителей мужского пола.